В лагере имени Гагарина собрались команды из 4 детских оздоровительных учреждений. Помимо хозяев, в соревнованиях готовятся принять участие отдыхающие «Сокола юности» Соснового Бора. В качестве судей – ветераны Афганистана. Они решили посвятить это мероприятие белгородским военнослужащим, погибшим при исполнении долга, Александру Хаминтову, Виктору Долгареву, Ивану Дрегибко. О подвигах отважных летчиков рассказали сами ребята. За мужество и отвагу, проявленную в бою, Дрегибко Иван Григорьевич награжден орденом Красной Звезды посмертно. На открытии соревнований выступили спортсмены различных клубов и секций, победители и призеры российских и международных соревнований. Показательные выступления продемонстрировали военнослужащие учебного центра ВВС, спортивно-патриотического клуба «Белогор». Доказать всем ребятам и наглядно показать, что предела человеческим возможностям нет, решил белгородский богатырь Денис Василенко. Он вбивал гвозди голыми руками, гнул сковородки, а затем протащил внедорожник одними зубами, чем сорвал бурные овации собравшихся. Сами соревнования начались с трудного, но наиболее интересного этапа – военизированной эстафеты. Сначала команды преодолели канатную дорогу, затем прошли импровизированное минное поле, перенесли раненого на носилках и справились с водной переправой. Здесь необходимо было переплыть бассейн на лодке, при этом грести только руками. Дистанцию прошли, на мой взгляд, хорошо. Было самое трудное, мне кажется, это ходьба по веревкам. Команда чуть-чуть затруднялась, но мы тренировались, готовились. На воде, на лодке было трудновато, так как мы друг друга просто не поняли. Они гребли так, другие так. Затем команды проверили свои стрелковые навыки. По итогам этапов суммировали заработанные очки. Однако организаторы преподнесли участникам сюрприз, отменив стандартный пьедестал. Так как постоянно проводятся соревнования и всегда первое, второе, третье. Мы, воины-афганцы, решили, что у нас дети все одинаковые. У нас все хорошие, прекрасные люди. Поэтому у нас по первому будут определены одинаковые всем подарки. По второму, по всем видам определены подарки. Определили привезти специально много мороженого, чтобы их все полностью угостить. Дарья Маслова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.